21 октября Каспийский колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе отпраздновал День дагестанской культуры и языка. Этот праздник посвящен уникальному культурному наследию региона и его многообразию языков. Дагестан – республика с одной из самых богатых в мире культурных и этнических палитр. Насчитывает более 30 народов, каждый из которых обладает своими традициями, обычаями и языком. Этот день дает возможность напомнить о важности сохранения этого уникального наследия и передать его следующим поколение. Точное происхождение названия народа неизвестно. По одной из версий, оно связано с древним кочевым народом авары и Центральной Азии. Другая версия связана с правителем раннесредневекового государства Сарир по имени Авар. Дагестан объединил более 30 народов. Каждая культура, каждый язык – это богатство, которое передается через поколения и делает нашу республику настоящей жемчужиной Кавказа. Данный праздник не просто дань уважения нашим корням и традициям. Это возможность для всех нас вновь прикоснуться к нашей истории, красоте народов, песен, танцев и языков. В честь праздника на сцене выступили студентки колледжа машиностроения и сервиса с танцем «Девичий». А также они прочитали стихотворения на родных языках. Изучит и расул бугу цоманзиль, хебатизи бугу дие тарабак. Дунги и наворжун ковач арабугу, кункрабазул тельгун дуверий кади. Хезул мацаль дитца ратлял датарал, ротлил чахазул ахиля царал. Мероприятие было организовано с целью убедить, что культура и язык – это основа, которая объединяет все народы нашей республики. Мы должны бережно хранить это наследие и передавать его из поколения в поколение.